По дальней прямой впереди Мельбурн. На второй позиции Честерфилд замыкает Пластика. Вторая четверть за Мельбурном. 39,3 секунды. На второй позиции Честерфилд замыкает Пластика. Лошади проходят левый поворот, впереди Мельбурн, на второй позиции Честерфилд замыкает Пластика. Лошади подходят к отметке 3 1/4. Третья четверть за Мельбурном. На финишной прямой Мельбурн и Честерфилд. Сбой допускает Честерфилд. А впереди очень уверенно подходит Мельбурн. Внимание.